Совсем скоро самая титулованная и крутая команда Италии поднимет копу над головой. И речь, конечно же, о Милане. Ювентусе. Так, похоже, придется разбираться. Милан в порядке. 18 скудетто, 5 кубков и 7 суперкубков. Ну да, в порядке. Если забыть, что Юве выигрывал в Италии почти как два Милана. 33 скудетто, 12 кубков и 7 суперкубков Италии. Ой, а кто это не выигрывает у нас Лигу чемпионов уже 20 с лишним лет и не выиграет еще столько же? Зато у Юве целых 3 кубка УЕФА. Да, серьезный ответ 7 кубкам чемпионов Милана. Ривера, Гулит, Ван Бастен, Виа, Шевченко, Кака. Целых 6 игроков признали лучшими, когда они играли в красно-черной футболке. У Юве столько же. Росси, Платини, Баджо, Зидан, Недвид и Каннаваро. Так у Платини еще и 3 Баллон д'Ор подряд. Так Ван Бастен тоже выиграл 3. Это что, получается, ничья? Юве стабильно входит в десятку самых богатых клубов Европы. А со сменой логотипа клуб подписал новые контракты, в том числе и с неожиданными спонсорами вроде M&M's. Так что скоро у команды дела пойдут еще лучше. Ну, Милан купил много игроков, значит, дела не так плохи. Так, а откуда деньги? Ну, заняли там немного у одного фонда. Да всего 300 миллионов евро у беспринципного фонда «Элиот». А ведь осенью их надо будет отдать и докинуть еще 50 сверху. Китайцы втянули Милан в жуткую авантюру, так что запасаемся попкорном и смотрим. Мне кажется, кто-то снова в пролете. У Юве 8 миллионов подписчиков в Инстаграме против 4 у Милана. 31 миллион против 25 на Фейсбуке. 600 тысяч против 400 на Ютубе. Зато Милан круче в Твиттере. 6,6 миллионов фолловеров против почти 6. Нет, не лучше. Просто Юве, как и любой приличный международный бренд, имеет несколько аккаунтов в Твиттере на разных языках. Там и арабский, и индонезийский, и даже английский. Так что у Юве в сумме более 7 миллионов подписчиков в Твиттере. Кажется, кто-то обречен быть вечно вторым. Победа Ювентуса 4-2. Вот только индонезийские тифози и шоколадные конфеты не конвертируются в голы в финале.